Здравствуйте. Тоже продолжаем практику. И мы продолжаем с зеркалом. Соответственно, настройку, как обычно, я сделаю, вот как в последнее время делаю, короткую, с ударами гонга. Давайте начнем с обнаружения, с определения своего текущего состояния, как вы сейчас. Как дышится, как вы телесно себя чувствуете, как вы в целом, какое у вас общее настроение, внутренняя погода. По звуку гонга мы пересечем символические пространства нашей практики и пойдем уже дальше в настройки. Можем начать, как обычно, с тела, почувствовать позу, проверить ее. Может быть, еще нужно как-то усесться поудобнее, устойчивее. На следующем этапе настройки давайте уделим внимание внешнему пространству, просто оглядимся, касаясь взглядом разных предметов, объектов и в целом границ пространства. Замечая пространство как таковое. Момент можем посмотреть перед собой, отпуская взгляд, позволяя, может, сфокусироваться, смягчиться. И просто вспомнить, что пространство есть над нами, по бокам, сзади, со всех сторон. Под нами есть опора, которую можем чувствовать телом. Вот мы сидим здесь, в этом конкретном месте, каждый в своем. В этот момент можем позволить глазам закрыться, несколько раз вдохнуть поглубже, отпуская выдох и с выдохом, может быть, отпуская какие-то лишние напряжения и как будто чуть больше усаживаясь на ту поверхность, на которой мы сидим. На следующем этапе давайте посвятим несколько, ну, какое-то время более тщательному выстраиванию позы, как мы это обычно делаем. И можем как-то так собрать всю позу вместе, чувствуя одновременно тяжелый таз, вертикальную ось внутри, макушка подвешена, макушка головы, подбородок чуть-чуть утапливается в горло, живот мы отпускаем, позволяем ему дышать.
Руки лежат спокойно. И можем как-то размещаться в этой позе, позволяя себе занимать ее целиком и чувствуя, как она влияет на нас, оказывает влияние на общее состояние. Как дышится сейчас. И на следующем этапе давайте посвятим практику чему-то значимому, имеющему смысл для вас, важному сегодня, сейчас. Если вы делали это посвящение, то тоже можем почувствовать, влияет ли как-то оно на текущее состояние. На следующем этапе давайте пройдем по отдельным участкам тела, как мы это обычно делаем, от глаз до стоп. Наполняя их вниманием, чувствуя, что меняется, пока мы остаемся с ними. И постепенно можем завершать вот эту проходку по отдельным участкам тела и снова почувствовать всю позу, всю форму нашего сидения. Дыхание текущее в этой форме. Можем взять несколько дыхательных циклов, как таких временных промежутков, с которыми мы точно можем побыть как-то очень близко со своим дыханием. Прожить один дыхательный цикл от начала до конца. Потом следующий. Следующий. И соберем все это вместе, поза и наше размещение в ней, чувствование ее целиком. Ощущения текущие, меняющиеся в этой позе.
и текущее дыхание. И к этому добавим внимание к слушанию. Просто вспомним, что мы уже слушаем, мы слышим. Слушание происходит само собой, без наших усилий каких-то особых. Мы можем как будто себя отпустить в это слушание, открыться к нему. При этом продолжая чувствовать тело, дыхание. И, соответственно, дальше, если вы практикуете с зеркалом, можем приоткрыть глаза, установить контакт с зеркалом, с своим отражением, продолжить практику. Возможно, вопрос, вопрошание, что это, тоже будет помогать, тоже будет включаться в эту практику. И можем наблюдать, как появляются мысли, чувства, состояния в этом пространстве осознавания. Можем встречаться с ними, отпускать их, идти дальше, дальше и дальше в этом опыте. Звук гонга тоже будет время от времени звучать, напоминая нам о более пробужденном всматривании, вслушивании, в чувствовании. Так, давайте посидим оставшееся время.
Thank you.
У нас остается примерно 5 минут до завершения этой формальной практики. Если вы медитируете с зеркалом, сейчас сидите с зеркалом, то можем как-то так посмотреть еще, попрощаться на сегодня с этим отражением до следующего раза. Может быть, сказать внутренние несколько слов каких-то себе, этому отражению. В какой-то момент отпустить это, закрыть глаза. Когда мы закрываем глаза, можем почувствовать, что меняется. Также можем обратиться к текущему переживанию, какое оно сейчас. Поменялось ли что-то в вашем состоянии, общем переживании себя, жизни? За эти 35 минут практики. Какие качества сейчас чуть больше выражаются, чем были до? Что проявляется? Что воплощается больше? Полезны ли эти качества для вас? Если полезны, то следующий логичный вопрос, как им давать место, чуть больше места в повседневной жизни, как воплощать их чаще, реализовывать, какими действиями, что этому может помогать. Также опыт практики зеркалом, если вы медитируете зеркалом, каков он сегодня. Что вы из него забираете дальше. И что хотели бы оставить здесь, отпустить, может быть. Хорошо, и завершим эту сессию практикой благодарности, как мы это обычно делаем. И можем поблагодарить друг друга просто вот за это соучастие, соприсутствие. Те, кто здесь прямо сейчас, те, кто потом это в записи, смотрят и участвуют с нами вместе. Я говорю спасибо каждому из вас. Это со-бытие. Создание этого пространства. Без вас его не было бы. Затем можем повспоминать кого-то из своих близких. Кто составляет вашу жизнь. Со-бытие вашей жизни. Разделяет с вами вашу жизнь. Сказать им спасибо за это соучастие, событие. За присутствие. Также можем поблагодарить тех, кто был или раньше с нами, и кого уже нет. С кем-то просто пути разошлись, кто-то уже умер. Но если вы помните о них, то они по-прежнему в вас, в вашей жизни. Можем сказать спасибо этим людям или другим существам, кто оказались важны для нас, кто разделил с нами часть пути. Спасибо им. Также можем поблагодарить учителей, всех, кого вы считаете своими учителями по жизни.
тех, с кем вы встречались реально, или тех, кто пришел к вам через книги, еще какие-то носители информационные. Может быть, тех, кто просто вдохновил вас своим образом жизни, собой, своим путем. Кто указал ваш путь, какие-то направления на вашем пути. Можем сказать им спасибо. Можем поблагодарить сам путь, который у нас есть, как возможность реализации чего-то лучшего, возможность слышать зов и откликаться на него, возможность возвращаться на этот путь, воплощая ценное, важное, то, что важно для вас, в вашей жизни. Конец поблагодарить себя, человека, идущего по этому пути, возвращающегося на него, если отклонился в сторону. И завершающее посвящение я произнесу по-своему. Вы можете следовать за мной или формулировать это как-то по-своему. Освобожусь я от горя и страдания, от страха, от жадности, ненависти, отвращения. Да, освобожусь я от чувства отдельности, отчужденности от жизни. Освободятся все живые чувствующие существа от горя и страданий, от уныния, от жадности, ненависти, отвращения, от чувства отдельности, отчужденности от жизни. Да будет так. Ну, и мы можем еще в завершение взглянуть в сегодняшний день внутренним взором, как бы хотелось его проживать, чем встречаться с ним со временем этого дня, с его заботами, тревогами, может быть, с его вызовами, или с его радостями. Каким или какой с собой встречаться с ним, что делать, чего не делать. Можем взять эти вопросы в день и возвращаться к ним время от времени. И сейчас мы можем завершить. Давайте погладим себя, как обычно, по животу, по кругу, по часовой стрелке сначала, потом по всему телу, разглаживая, растирая какие-то участки, разминая, которые позовут ваши руки. Мы потянемся, раскрываясь всем телом еще. Снова оглядимся в пространстве, как делали это в начале. Можем сравнить этот опыт, так ли видится ваше пространство, как в начале, или как-то в другом немножко, может быть. И какой в целом? Еще раз можем это проверить. По звуку гунга завершим, закроем это пространство, поблагодарив друг друга, само пространство. И 10 минут посвятим творческому отклику.
И напомню, что сегодня у нас утренняя встреча, вот это будет короткой, но потом для всех желающих будет возможность заходить в течение дня, если хотите посидеть вместе еще. Я буду сидеть здесь с началом каждого часа по 40 минут. Последние 20 минут, час будут перерывом. Вот, комната будет держать закрытой, так что... Заходите, я буду пускать. Хорошо, давайте я сейчас прочитаю, что мы написали, и на этом утреннюю встречу эту закроем, завершим. Саша написал: спасибо вам. Лариса, благодарю за практику. Марина, спасибо за практику. Юки Тумио. Была первый раз, мне очень понравилось. Спасибо за практику. Очень интересный опыт, который хотелось бы повторить. Подходите еще, Вики. Оля, она — это я. Я — это она? Как это? Что это? Благодарю за практику. Катерина, целая жизнь мечется в малоподвижной форме. Время знакомиться. Владимир, в глубине своих глаз, своих ли, вижу я, вижу и ящера, и птицу, старика, и младенца, и тьму живых существ. Они живут во мне. Или я в них. Друг в друге живем, откликаясь на все. Алексей. Я жизнь живу. Я по пути иду. С пути сбиваюсь. Возвращаюсь. Я блудный сын. И я его отец. Всегда принять готовый в дом свое родное чадо. Я написал: это лицо, по сути, ничем не отличается от других предметов интерьера. Стола и торшера, окна и небо в окне. Предмет для неба. Неважно, лицо такое же. В бытийственном смысле. Лицо мне дано как окно, как небо и чашка чая. Как стол и дом, как боль и веселье. Нет в нем ничего особенного, но есть в нем время и жизнь, и свет отражается в глазах. Александра. Что за текучая вода размывает черты? Меняет, строит бороздки, ямки, бугорки. Там, где не было. Только ловлю какую-то форму. Так нет. Снова играет. Играют пятнышки, мерцают трещинки, трансформируются. Как вроде бы знакомые очертания. Все вроде бы знакомые очертания. Как сказать им: стоп, горшочек не вари. Остановись мгновение. Кони тпру. Адите. Цвет моих глаз, море и небо чем-то так сильно похожи, и небо внутри становится родным. Оно всегда, всегда было, а меня не было. Взгляд как-то усиливает небо внутри. Андрей, благодарю за практику. Всем хорошего, комфортного, интересного труда и отдыха. Настя. Незнакомое лицо в зеркале предлагает не принять настоящее и перескочить быстрее в смутное будущее. Не хочет она узнаваться в настоящем. Лара здоровалась со старухой, попрощалась с девочкой. Что это? Инна. Через меня течет настоящее, прошедшее и будущее. Наталья. Сижу с зеркалом по вечерам, в полумраке безопасней. Половина меня в тени, и периодически она то исчезает совсем, то становится прозрачной. И мне кажется, я вижу сквозь нее то мебель позади себя, то другое измерение, клубящееся таинственными оттенками тьмы. Освещенная половина достойна того, чтобы ее нарисовать. Округлая припухлость под глазами, причудливые изгибы второго подбородка, зловеще нависающие века, опущенный кончик губ — нарисую и отпущу. Лицо мое ни в чем не виновато. Но пока что смотрю в свой правый глаз, настороженный и пытливый. То ли вопрос в нем, то ли страх, или все вместе. А сегодня на утреннем небе
Половинка луны. Это я перед зеркалом. Спасибо. Ну что же, давайте мы на этом сейчас завершим. Соответственно, через 4 минуты уже начнется следующая сессия. Можем, кто захочет здесь оставаться, продолжать сидеть. Кто уходит до следующих встреч. Можем открыть окошки еще. Кто хочет и может. Катерин, вы оделись? Хорошо. Спасибо за встречу. И до следующих встреч сегодня или в другие дни. Слева.